начинаем работу. Продолжаю читать Библию ежедневно. И вот вчера какая мысль посетила. Иудаизм, да, от слова, наверное, от слова Иуда. А Иуда это сын. Нет, это не сын Иосифа, это брат Иосифа, который как раз предложил, ну, как по сути, продал вот, Иосифа в рабство за 12 серебряников. Вот тут, мне сейчас интересно стало, связаны ли эти как-то два слова между собой, или это чисто просто совпадение. Ничего себе. Никогда такого не было. Наконец-то нашел время отогнать малышку в ремонт. Все, данную малышку. Вот этот Франкенштейн здесь стоит. Будем делать гонку. Вот такая тачка прям с таким цветом была. Саня Елисеева прям один в один.